два хэммера. Убирайте из них все, что вам необходимо. Нет. Да. Эйся, дай прицел. Так, боец. Здравия желаю. Здравия. Так, а где тут наш медик? Медик? Нету медика. Я его спрятал. А, все, я нашел. Первый хаммер садятся. Барс, Дэнни. А мне дали пистолет, но не дали патронов. Дайте кто-нибудь магазин к М9. Второй хаммер садятся. Красноармеец. Филлипс. Капятый и... Я за руль первого хаммера сел. Я не понял вопрос, повтори еще. Первый хаммер откуда? Что, от колонны или от... Не знаю, наверное. Дед, а мне куда садиться? Повторяю. Первый хаммер занимает Барс, Дэнни, Мавр и Санду. Закрыл ящик с медикаментами, я лично нет. Да у меня и в этом хаммере ничего не лежит, я не знаю, глюк не глюк. Второй хаммер садится, красноармеец, Филлипс, К5 и Гранул. Патроны, пулемет есть какой-нибудь? Второй сидели. После старта делаем разворот налево на более мелкую дорогу и едем. Ребят, повторю последний раз, кого я обнаружу не в том хаммере, я его расстреляю потом. Барс, места Дэнни, нету. Барс, Дэнни, Мавр и Сандал садятся в первый хаммер. Второй садятся красноармеец, агроном, Филлипс, К5. У нас была лишняя камера. Попросите его вывести. Остальным куда? Остальным. Я сел. Так кто сидит здесь со мной? Мавр, Сандал? Там. Дэнни и Барс. Да, я рядом с раскопятом. Я у тебя за спиной. Ты же второй. Я про первый спрашиваю сейчас. Где Дэнни первый? Я здесь сижу на переднем сиденье. Так, а Сандал где? На стрелке? Да, да, на стрелке. А Барс где? Сзади меня. Ты имеешь в виду форму? Что-то мне не видно отсюда, блядь. Тут я... протанись чуть-чуть. А, дед, так вижу. Дед, так ты проверяй по названиям, где кто сидит. Там же у хаммера-то по-разному называется. У нас-то бронированный, да, там да, приписка. Сейчас посмотрим. Вчера все закончилось плохо. Ой, смотри, смертники вперед поехали. Хотя я не вижу. Евротрак симулятор на хаммере. Thank you.
Спешивайтесь. Трубы поставьте. Чего? Заново останьтесь. Да я все сделаю, знаешь? Я только нашел. Пацаны, из второго хаммера двигайтесь, 130. Отметки, у кого есть GPS, проконтролируйте. Да, отметьтесь, отметьте. Челы из второго хаммера на 130 двигайтесь. Второй хаммер, куда мы сейчас двигаемся? А, первый хаммер. Первый пока возле хаммера своего стоит. Мавр, садишься во второй хаммер с жиром. Дэнни на водителя, Барс на стрелка. Нет, по дороге. Контакт с базой на 190. А это у нас есть контакт.
кто экипаж? Кто экипаж второго камеры? У меня стрелка нету. Я боюсь, видите? Есть перестрелок. Я второй камер куда приехал, подожди. Догоняйтесь. Да я видно, блин, подними. Не понял. Мне ноги сбиты. Хаммер, садитесь и выдвигайтесь вперед. Второй хаммер подойдет. Чего говорю? Лечивайтесь. Второй хаммер, надо вернуться. В наш. Хаммер. Дед, мне разреши кажется, за ним вернуть. Хорошо, только быстро. Я нашел, патрона может быть. Не знаю, я на 300 где-то, на 280. Так, он убит, я противника видел. Нет. У дороги справа. Ну, в общем, у вас слева уже будет. Трудно сказать, я это от него уворачиваюсь. Противника на 320 наблюдаю. Огонь его. Дед, надо сдвиг делать, он по видео кого заходит. Смотри, 320, я там двоих вальнул. Пулеметчик. Смотрю, смотрю. Сдвиг написал. А, приехал. Есть план по нему. На сдвиге. Стрелке просижусь, сядьте кто-нибудь. Я не сядь на стрелке, могу. Готово. Всем. О!
настоящий патрон. Сейчас я твоему гранату вот сюда. Ну что ж они стреляют, никого там нет. Интересно, кому они стреляют? Страшно же, ну. Они бункер пытаются подавить огнем. Тогда какой смысл его подавлять, если никто не штурмует? Пошел один. Есть! Это того убил. Ой-ой-ой-ой. Бля, я главное вот это все бодяги. Киллер, какой ты нехороший человек. Взял, напал на нас. Я невинно лечил это деда, а ты взял, убил меня. О, а у нас еще видео. Понимаешь, я когда смотрел, я стрелка не заметил, вот именно он так вот стоял, что я посмотрел, вроде нету. Я ушел стрелка убить, а потом тебя это. А потом поворачивайся, я тут и охуел, ёпта. Ну сколько мне тут так и прошло? А как же у нас твой стерпик убивали? Три. Ну смотри, все стреляли, стреляют, это безумное. Мне еще грязь убили. Вот этот пулемет сейчас только панику создает. Так, чё, там же патроны есть. Глянь, это мауха, сколько они дали. Толк от этого дыма, они дымят и только сами не видят, где там враг. Женя, да, блин, сами по себе стреляют так вообще, сами с собой воюют. Нормально, нормально. А вы не видите, я гранаты кидал, там потопли есть? Да. Было там два вида. Видите, будет сейчас забавненько, если Дипа засядет. Да ну действительно, война сами друг с собой, блин. Весело же. Там трубу завязают. Вот этот пулеметчик, ну вот нахрена вот он все время шмаляет, зачем? По кому он вообще видит, хоть куда он стреляет, нет? Да, блядь, врага. Ты ж, блядь, не по нагашетке нажимать больше вообще ничего не надо. Давай, ты Джесси обороняется, блядь. И никому не интересно, что там бывает. Они ползают по дороге. Там кучка просто. Вы что, всех ноги сломаны? Не идет. Эхо, с трубы туда заряди! О, господи, что сколько еще можно умереть? Бля, это смех, что ли, там сидят, да? Неужели они до сих пор не поняли, всё, откуда в них стреляют? 15 раз можем от вас ГПшки или трубы. Теперь они опять убили много грязи. Дураки! А я скручу, говорю, патроны остались в машине, ничего не использую. Ладно, да. Я уже не президент. А этот заходит и не видит его, если он просто стреляет. Вот это же скач! Дебилы, а? Сейчас прикол, время закончится. Второй еще. Он не видит, что ли, его? Амаза, блин. Корона с пистолетом, который... А я ему предлагал автомат путь эту, чё не взял-то? Да закиньте, блин, туда РПГ, детский. Это кадр! И не убили еще. Будут еще полчаса искать, кто остался. А вот один кто-то пользуется, гранатомет у него на спине. Посмотрите, Иван. Ну. Этот как его. Так они бы не поняли, что произошло. Самое сложное. Куча трупов и мугов гранат. Они добить его не могут. Ну, он без сознания лежит. Пулемета забивают. Кто-то свой доранился. А чё с игрой, чё она так это глючит? Я ловлю. Все. О, мы выиграли. Подлагивалось, да. А почему так долго? Давайте повторим. Обороняться, не, не
никакого триггера. Блин, пять никого не зайдет. Там 20 минут дает.